Вы в прямом эфире. Дело в том, что мы ведем прямую трансляцию с телефона, а мне позвонил муж. И сейчас 250 человек просто сейчас вот, ну, вылетели из прямого эфира по, собственно, нашему косяку. Вот. Нам надо было что-то очень важное обсудить, видимо, причем мы ничего не обсудили. Мы решили, что важнее сейчас сыграть для вас песенку. Сколько человек смотрит нас сейчас? Сколько 175. Вернулось к нам 175, обратно? 190. Дорогих слушателей. Там было 360. Ну что? Давай сам. Расскажем песенку, какую песенку вам петь. А ты отверни маленько, чтобы не свистело микрофон, чтобы колоночка рядом свистушка. А мы же любим, чтобы у нас было все громко. Чтобы все свистело. Вот. Значит, раз, два, три. Мы будем петь и играть сегодня песню. Trust me. Она называется «Обещай». О! Сейчас мы включимся, чтобы у нас все работало. Есть звук? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Звук есть? Есть звук. Ну что, попробуем? Давайте. Считай. Только не говори сейчас там
типа там какать и так далее. А то сейчас я уже сама сказала, ладно. Этот тебя сказка просила открыть жвачки миски. Понятно, ладно, у нас тут пока мы репетируем, дети занимаются сами. Жвачки открывают. Хорошо? Ну что, что-нибудь еще поговорим? Да. Переключи. А ты под камеру? Давай по очереди сейчас. Сначала я сниму что-нибудь. А зачем ты снимаешь носки? Я не знаю, как. Я просто хочу опустить. Так, сейчас. Сейчас. Очень хорошо. 480 человек. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вот мы сыграли вам песенку. Ударили, так сказать, тряхнули стариной. Вот. Натали. Да. А вот смотрите, Наташа, какая красивая тетрадочка есть. С секретиками. Да, да. И часто ты туда записываешь секретики? Там серьезно секретики? Ну. А что там в начале написано? Ну, нет, ну я не скажу никому, я только посочитаю. Ага, понятно. Ну и всякие там... Подсчеты там финансов, там, ну, да, кто сколько вот потратил. Это программа, да? Точнее, это список песен. Здорово. Здорово. Что тут еще есть интересное? Аккорды, песен. Я уйду. В общем, кстати, у меня сегодня событие. Сегодня завела себе новую тетрадочку, в которой я буду писать аккорды и вообще песенки всякие сочинять. Это редко бывает. Это серьезно для меня это событие. За последние лет 5 у меня появилось, по-моему... Вот. Золотистенькая такая. У меня появилось, по-моему, может, 2 тетрадки. И одну из них, кстати, мне подарила моя ученица, девочка Полина. Полин, привет, если ты нас смотришь. Вот. А так я... Ну, я обычно, то есть вот до последнего прямо списываю все от корки до корки. Всякими там фразочками, всякими там аккордами. Все, что мы с ребятами репетируем, я записываю там... Ну, в общем, всю информацию, потому что, в принципе, я в голове стараюсь ничего не хранить, потому что знаю, что в голове моей ничего не просто не хранится долго. Оно все... Тухнет быстро. Так, стираешься, да, сразу? Да, да. У меня новая тетрадочка. Вот. Это классно. Есть куда стремиться, есть чего написать. Кстати, вчера я написала 2 песенки. Вот, и меня вчера так прям пропёрло на творчество. Вот. Поэтому что вам еще рассказать? Задавайте какие-нибудь интересные вопросы. А, мы, наверное, на вопросы будем отвечать... Мы будем отвечать в 16 часов. 16 часов уже ровно? А сколько сейчас времени? Хороший вопрос. А сколько сейчас времени, скажите, пожалуйста? В общем, ВКонтакте, да? ВКонтакте, да, в 16 ровно. Мы выйдем еще раз в прямой эфир в нашей группе ВКонтакте. Да. И еще раз хотим сказать, что на концерте в Самаре мы в зале выберем 2 человек из зала, которые приедут к нам в Москву, приедут в Москву летом на съемке клипа. Будут участвовать клипа. Проживание, проживание, питание. Я заслушалась тебя просто, очень хорошо говоришь. В общем, мы все за наш счет, все за наш счет. Вот. Проведем хорошо время, погуляйте по Москве, снимемся в клипе, шашлычков пожарим, мне кажется, это самая приятная часть. Вот. Поэтому не пугайтесь, если вдруг в Самаре... Если вдруг в Самаре... Именно вы окажетесь тем человеком, который приедет потом в Москву. Ну так вот, попрощаемся со всеми? Я думаю, да. Всем пока. Нас становится все больше и больше вдруг сейчас. Да. Людей даже жалко прощаться. Но... Ну, встретимся совсем скоро. 19 апреля. Сережка, как ты подсказываешь прям вот? У меня сразу мысль слетает вообще из головы. И так, я говорю, ничего не держится в голове. Вот книжечку даже завела. В общем, 19 апреля в Самаре будет наш концерт. Вот, приходите, приезжайте, будем вместе петь, зажигать, ностальгировать и проводить хорошее все время. Все хиты, да. Вот. Из первого альбома. У нас 4 альбома, между прочим, кстати, было у коллектива «Ранетки». Представляете, сколько еще мы можем... Сколько по времени может длиться концерт? Представляете, да? Много. Вот. Поэтому всем пока. Увидимся совсем скоро. В 16.00, да, все-таки? 16.00, да. Ну, прям сейчас уже, скоро. Ну, уже, да. Увидимся в нашей группе ВКонтакте. Будем отвечать на вопросы, поэтому готовьтесь. Все, пока-пока. Пока. Завершить прямой эфир.